Я ученица 2 класса ГБУСО Стиланова Усманова, Калимуллина Камиля. Конкурс «Дети читают стихи». Петр Давыдов. Подряд уходят ветераны. Мы понимаем, что когда-то придут совсем другие даты. Не будет больше ветеранов, их не останется живых. Ни рядовых, ни офицеров, ни покалеченных, ни целых, ни благородных генералов, ни бывших зэков, рот штрафных. Кто им потом придет на смену? Кого придется звать на сцену, чтоб окружить своей заботой, когда нагрянут юбилей? Подряд уходят ветераны, им обдувает ветер раны. Их ордена лежат забытые, а имена горят темней. А может, это все логично, но очень больно, если лично. С этим связан был даже, не понимал тогда всего. Мне раньше искренне казалось, что деду много жить осталось, но уж который...